работает. Я сделаю сейчас. Сохраню все шестую. Сохранить. Так, работает. Как получается, вот это тоже работает. Еще разочек, что мы тут добавили? Мы добавили скорость. Значит, скорость такая большая нам не нужна. Даже 130 пускай будет. И у нас условия. Получается, у нас большое пламя, мало воздуха, да? Значит, выключаем, увеличиваем турбину, когда 23. Ну давайте на 23, 24, а тут 26. 24, 26. Просто еще разные тут газы, у них там, мне кажется. Хотя нет, лямбда-зон должен реагировать что на пропан, что на метан одинаково. Ну, все равно. Он же на кислород реагирует. Да, он на кислород реагирует. В этом все суть. Ну давайте попробуем еще разочек. Много переменных и неизвестно какую менять. То есть у нас здесь и толщина трубы, которая влияет на скорость потока. То есть не только нам нужно давать больше объема, но вместе с ним поток увеличивается. Поэтому отрывается нет. Самое главное другое. При подаче больше газа, соответственно, больше воздуха. Меньше газа. Будем регулировать другую частоту здесь. Это низкий и верхний порог. И, наверное, все. Все самое главное вот это сделать. Хорошо. Thank you.
Не, ну на самом деле, в принципе, я считаю, что этого даже будет достаточно. Итак, цвет пламени. Цвет пламени голубой. Отлично. Показания нашего лямбда-зонда постоянно меняются. В зависимости от них он уже начинает корректировать, подавать ему больше скорости или нет. Это можно послушать даже по звуку. Скорость вращение турбины до 130 у нас выставлено в условиях. Вот, максимальная 130, минимальная 30. При показаниях лямбы больше 24 он начинает увеличивать скорость турбины. Точнее, да, при меньше 26 начинает увеличивать скорость. Вот так вот мы можем подреагировать. Автопрокрутка. То есть мы можем убедиться, что он реагирует. Условия выставлены так, что пламя у нас голубое. Попробуем добавить газу. Также можем убедиться, что начинает с 60 или 80 увеличивать скорость. Поднимается 100. И выше. Будем добавить еще газу. Скорость поднимается до 120, уже почти 130. Проверим пламя. Что считаю, сегодняшний эксперимент у нас успешный. Скорость автоматически регулируется. Конечно, все хорошо. Добавляем по максимальному. Поднимается до 130. Сделаем паузу, чтобы мы это увидели. То есть 129-130. И теперь уменьшаем. Также необходимо отметить, что уменьшать газ надо будет очень плавно, потому что интервал обмена информации между датчиками будет, наверное, секунд 15.
Теперь посмотрим, как он реагирует на минимальные показания газа. Возможно, минимальный уровень нужно подкорректировать. Хотя скорость начала падать. Появились уже 110. 130. Да, сейчас попробуем еще минимальное сделать. Вот еще минимальное. Максимальное показание у нас отличное. Сейчас еще попробуем минимальное настроить. Чтобы настраивать большую горелку, нужно понимать, как настраивать маленькую. Две циферки изменил, и все. Так, давай тогда 23. 24 делаем. Хотя... Сейчас посмотрим. Можно либо убрать газ, либо добавить воздух. Не, воздух надо будет. Только воздух, газ мы пока не трогаем. 23. Ну,
Ламинет. А? Ламинет. Ламинет? Угу. Давайте поджигать. Сейчас он продует его. Гравирование еще не было. Ну, ладно, меньше. Поставил 3 секунды, так что мы на время. Или 24-25, или 25-26. Вот эта вот одна единичка, 0,1 вольта. Играет значение. Голубенькая прямо, ух! Сам причем. Вот он до 130.